20-летний венесуэлец Джейсон Родригес не самый высокий человек в мире. Зато он может похвастаться самыми длинными стопами. Длина правой 40 сантиметров, левой 39,5. Он носит обувь 59 размера. Это на 2 размера больше, чем ботинки самого высокого человека планеты, турка Султана Кюсена. С 14 лет обувь Джейсону шили на заказ. При этом она была не лучшего качества. Вход шла ткань для брюк. Она изнашивалась через 2-3 недели, так что иногда ходил босиком. Вот через что я прошел. Я смотрю на других людей и думаю, хотел бы я иметь размер поменьше. Джейсон младший из 4 детей в семье. До 10 лет его рост не превышал среднестатистического. Но уже к 11 годам размер его ноги с 38-го увеличился сразу до 46-го. В школе меня сильно обижали. Я столкнулся с дискриминацией. Дети обзывали и били меня. Я получал травмы. Я любил учиться и сейчас люблю. Но тогда я не хотел оставаться в школе без мамы, потому что знал, что во время перемены они будут обращаться со мной как с игрушкой. Мать Джейсона вспоминает, в тот период у сына сильно болели голова и суставы. Родители срочно обратились к врачам. Они отправили сына на МРТ головного мозга и лишь потом поняли, что дело в гиперактивном гипофизе. У каждого человека есть такая железа, но ее чрезмерная активность обусловила высокий рост моего сына. Гигантизм сопровождается стремительным ростом скелета во время полового созревания. Растут и укрепляются черты лица, кисти и стопы. При этом мускулатура атрофируется, развивается мышечная слабость. Впрочем, Джейсон не унывает. Он мечтает продолжить образование, а еще хочет помогать людям, страдающим депрессией.